Что такое H-аспиры и как понимать эту букву? H-аспиры – это так называемая придыхательная H. От слова «придыхательная» уже понятно, что перед этой буквой что-то происходит. H-аспиры стоит всегда в начале слова. Когда слово начинается с H-аспиры, в определенных артиклях «le», «la», в предлоге «de» не происходит выпадение гласных букв, гласных звуков, как это происходит при H-мюэ. Ну, допустим, у нас было «l'homme», но при H-аспире такой процесс невозможен. Возьмем, к примеру, слово «арико» – фасоль. Вот одна фасолинка – это «le арико», но ни в коем случае не «l'арико». К примеру, возьмем страну Венгрия, Hongrie, Hongrie, qui commence par le H aspiré, которая начинается с H aspiré, la Hongrie. Обратите внимание, как произносится la Hongrie. Не la Hongrie и ни в коем случае не l'Hongrie, это вообще кошмар. La Hongrie. Следующая страна, Голландия, Hollande, тоже начинается с H aspiré. La Hollande. Следующее слово возьмем ненависть. La haine. Не la haine, а la haine. La haine. Ненависть. И уж ни в коем случае не len. Len это вообще другое слово. Шерсть. H-аспиры. В словарях, как правило, отмечается такой специфической звездочкой. Это значит, что это придыхательное H. H-аспиры. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne et très belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt, mes chers amis. Salut, à plus.